Здравствуйте, друзья! Знаю, что вы ждете новых мастер-классов, обзоров и других видеороликов на моем канале, и спешу вас порадовать. Скоро все это будет. Я недавно вернулся из Десногорска с фестиваля рабочих профессий, как говорится, бодр и свеж, и готов ринуться в бой. И вот сейчас у меня как раз текущий проект, который выйдет в самое ближайшее время. Ну, наверное, до конца месяца. Однако сегодня мы ничего не будем мастерить. Я хочу пригласить вас на два очень интересных мероприятия. Первое мероприятие посвящено каркасному домостроению. Это Фреймерфест 2022. И пройдет он под городом Серпухов на базе отдыха «Солнечное» на Оке. Ссылочку на это мероприятие я приведу в описании к видео. Проходить он будет 3 дня, 6, 7 и 8 сентября. И за эти 3 дня вы сможете посмотреть различные мастер-классы, познакомиться и пообщаться с профессионалами, мастерами своего дела. Естественно, будет и официальная часть программы, которая подробно расписана на сайте, и также будет неформальная часть, где вы лично сможете задать вопросы мастерам. И еще, будут присутствовать и инструментальные компании, и, скорее всего, я буду проводить мастер-классы. Поэтому я приглашаю всех желающих, всех людей с руками, кто привык выполнять работу по дому сам. Ну а у нас с вами будет возможность пообщаться, и вы сможете задать мне любые вопросы на столярные или не столярные темы. Купить билеты на мероприятие вы сможете по ссылке, которая приведена в описании к видео. И у меня и для вас есть хорошая новость. Для подписчиков моего канала организаторы предоставляют скидку 20%. Скидка по промокоду Михаил Хартут. Правда, пишется не так, как слышится, поэтому лучше скопировать этот промокод и вставить при заказе. Ну а второе мероприятие – это день открытых дверей в компании «Арсенал Мастера». Здесь уже наверняка будет попроще, потому что проходит оно в Москве 10 сентября. Проходить день открытых дверей будет по адресу Москва, Дмитровское шоссе, 71Б. Первый этаж, офис 109. Ну а чтобы не заблудиться, на сайте есть подробная видеоинструкция, как добраться. Проводиться будет с 10 утра до 15 часов. Но если вы немножко припозднитесь, ничего страшного. Я в любом случае буду до самого-самого позднего вечера. Приглашаю всех своих подписчиков, всех желающих, всех людей заинтересованных, кто любит деревообработку, любит инструмент и любит делать что-то своими руками. Вход свободный, и мы будем рады всем. На этом дне открытых дверей представители инструментальных компаний также будут проводить мастер-классы, и у вас будет возможность своими руками попробовать инструмент в работе. Я думаю, это тоже очень ценно. Ну а для меня это еще одна возможность встретиться с вами, моими подписчиками, и вы можете задать мне вопросы на столярные темы, по инструменту, или, может быть, вас интересует что-то еще. Не буду вас более утомлять, да мне и самому пора бы заняться работой. Еще раз напомню, что все необходимые ссылки будут в описании к этому видео. Это Фреймерфест, включая промокод на скидку 20% для подписчиков моего канала, и также ссылочка на день открытых дверей компании «Арсенал Мастера». Не ленитесь, потратьте немного времени и посетите оба эти мероприятия. Я вам точно гарантирую, что вы не пожалеете и узнаете очень много нового и интересного. Вот на этом на сегодня все, и до новых встреч!